Очередной раз, заходя на сервер, мы появляемся на пляже с голой с камушком и факелом. И всегда у нас есть какая-то цель. Моей целью было развиться и отстроить свою красивую пирамидку. Присосаться к какому-нибудь клану и заставить его себя зарейдить. Как только я появился, я окунулся в тот самый атмосферный раз на карте Happy Island. Ух. Как же я давно не играл на Хэпписе. Двушка стоит 300 серы. И ревик 200. Это изи, в принципе. Это и есть магазин? И зачем ты стреляешь, если я подошел посмотреть? Где бы я хотел построиться? Аутпост — это, конечно, лютая имба, если там жить. Но там РТшек не будет. Мне надо строиться, по крайней мере, где-то поближе к РТшкам. Мне бы сейчас ткань найти, чтобы спалку откинуть. Ага, я даже вижу ткань. Надо тут обязательно кидать спалочку. Можно покупать двушку и идти кого-то уже прессовать. О! Ну такие замесы мне точно нравятся. Мне вот интересно, если туда идти, меня будет бить радиация? Что-то я все глубже и глубже спускаюсь. Где тут уже можно что-то полутать? А, это дорога в порт. О, здорово. Я? Да так, я только зашел. Куда бежишь? Давай добывать дерево. А ты давно играешь в эту игру? Только вчера установил. Ну знаешь, я тоже совсем недавно ее установил, ну буквально лет 7 назад. Хочешь, могу помочь развиться тебе здесь. А тебе сколько лет? Я думаю, хватит нам немного дерева. Пойдем? Может, найдем кого-то? И снова здрасте. Меня не было целую неделю. Ну, на самом деле были турниры, стримы, все дела, и что-то интересное снять просто не хватало времени. А проходные видосики выпускать как-то не хотелось, вот. Зато я подготовил для вас несколько интересных роликов, которые будут выходить теперь в обычном графике и стабильно. Так, прожимаю лайкосик прямо сейчас и погнали смотреть ролик. Ну и рекламка. Ребят, в последнее время я начал зависать в новой мобильной игре под названием Dragonstorm Fantasy. Эта игра максимально проста в освоении и имеет отличную графику, а также подойдет под любой смартфон. В Dragonstorm Fantasy не решает донат. Всего добиться вы можете сами. Главная фишка – это возможность трансформироваться в дракона. Ну и естественно, вы сможете призвать дракона к себе на помощь. В игре их более 7 уникальных видов, выбор которых зависит от ваших предпочтений. У каждого дракона свои навыки, поэтому каждый вид будет полезен в сражениях, принимая участие в захватывающих боях и выигрывая эпические награды. Скачать ее вы сможете по ссылочке в описании. Она доступна на iOS и Android совершенно бесплатно. Жду вас там. В этой игре как бы нужно меньше фармить. Мы вот можем пойти фармануть немного серы и пойти купить двушку. И с двушкой пойти кого-то убивать. Как тебе идея? И как только мы услышали выстрелы, два охотника за лутом отправились сразу же туда. Ой, слева двое, смотри. Пойдем убьем его. Неужели вам нужны эти револьверы? Ё-моё, чувак, ты чё так пугаешь, алё? Сори, мне нужно это дерево. Я бы, наверное, даже где-то тут домик отстроил свой. О, похоже на мой домик. Я думаю, вполне.
Одну жертву я потерял, зато нашел другую, которая сидела под домом. Ой, теперь-то я тем более не выйду, давай пока. Он умер. Опа, да? Да, я его убил. А ты не хочешь мне тоже плохим? Нет, не хочу. Это я тебе помогал, что ли? Нет, ты лишь меня зачем? Да, а зачем ты меня цель? Я думал, меня уже убивать прибежали. Слушай, а ты не против, если я тут неподалеку пирамиду Хеопса построю? Прикольно. А, ты типа Тутанхамон, что ли? А, Тутанхамон. Нормально. Вот я не мог крышу поставить. Я пустой. Ты только что по мне с болта стрелял. С крыши. Ну, не с болта, а с... А ты мне верни мою дрова и... Ну, мне кажется, это гениально. Это просто пушка. Хм, а говорили то, что такой фигни не будет. Это ты? Прием. Смотри, какой я дом строю. Ну, я считаю, это почти шедевр. Не, ну вообще классный дом, мне нравится. Что это за дырка? Где? Где дырка? Нормально. Что я построил? Что это такое? Ну все, макет отстроен, мне кажется, в принципе, неплохо. Ну там вот там дверь открой, пожалуйста. По нам стреляют, убивают. Открой дверь. И на этом мое спокойное и лайтовое выживание подошло к концу. Начались рейды и замесы. Ух ты. Ух ты, дом только сгнил. 300 скрапа? Ого. И я нашел практически сгнивший домик с хорошим лутом для старта. Но как же его перетащить, если вокруг бегают миллион типов, которые пытаются зарейдить каких-то калашистов? Ого! Металл, как я понял, тут не гниет. Кто ты такой, алё? Кто-то в этот момент файтился, а я думал, как вытащить мои 300 скрапа. Надо быстрее домой бежать. Вот это я там наворовал. Всего понемногу.
Я в доме, мне нужно бежать срочно. Там замес, и я дом нашел сгнивший. Побежали туда. На карте меня найди. Не иди, не иди туда. Не надо. Не прыгай, не прыгай внутрь. Ты ж не... А, нет, выберешься. Ого! Плюс пешка. Тут еще кто-то должен быть по-любому. На, ломай. Стенку наверху ломай. 18 кп. Нифига себе вас тут набежало. Беги, беги, беги. Бежим, бежим, домой бежим. Но это явно окуп. Там с горы наяривают. Я думаю, мне стоит пойти тем пацанам в спину зайти. Надо их убивать.
Я двоих убил. Зачем мне ящики, когда я могу печки поставить? Пойдем к ним наверх. Держи. Ого! Я, пожалуй, домой. Слушай, нам нужно домой бежать. Побежали? Тут, короче, бомжи бегали, пытались забрать это, я тут с винтовкой стою, отпугиваю их. Хорош. Нам нужно новый дом строить. Ты сейчас увидишь, что у нас внутри есть, ты офигеешь. Я побежал дальше лутать, ты пока тут постой, хорошо? Пока мелкий охранял нашу пирамиду, я старался принести домой как можно больше различных шмоток. Пойду я еще броню заберу, потому что брони у меня нет. Блин, и там тип какой-то уже лутает. Ой, он в топ-сете. Он не в топ-сете. Что у него было в руках? Пэшка. Нифига ты там наворовал! Жулик! Мой лут. Нет, не твой. Теперь мой. И картошку я тоже съел. Это мой лут, чмошник. Все, пока. Еще увидимся. Вы издеваетесь или да? Что происходит? Я не пойму. У меня деревянный дом. На, это тебе. Возьми в себя быстрее. Я скоро вернусь. Какой-то жулик украл все это у него. Весь топ-сет. А вот и тот жулик. Ой-ой-ой! Я еще принес немного. Ух ты, красава. Я думаю, нам пора новый дом строить. Только выключи пока факел, чтоб хату не палить. Давай рассвета дождемся. На улице уже появлялось солнышко, и мы с моим новым напарником решили пойти пофармить камушка. Вот с едой у нас проблемы, но мы можем кабанов с тобой пофармить. А ты взял с собой кирочку или что-то типа того? Ничего себе, какие у меня соседи мощные. Пойдем за мной, давай уже дом начинать строить. Я немного пофармил камня. Я думаю, нам этого хватит. Можешь, скинь мне камень и поруби немного дерева. А я сейчас буду отстраивать нам топовый бункер. Вот, смотри, не-не-не, иди сюда. Стой. Вот эти деревья, смотри. Классно стоят. Теперь отойди.
Смотри, покажу прикол. Смотри, видишь шкаф? А теперь? Ух ты, там кого-то рейдят. Малого-то за что обижать? И как обычно, те, кого я убил, приходят ко мне под дом, всей своей клониной. Что вам всем надо от моего дома? Ой, я умер. Их там много. Сиди тихо и ничего не говори. Просто сиди тихо и не выглядывай в окно. Why you shoot, man? Они зарейдили и застроили мой новый домик, но, к счастью, я туда ничего не перенес. Я понимал, что этот клан вот-вот вернется и зарейдит мою пирамидку, и я решил перенести свой утецки. Беги за мной быстрее. За мной, беги. Побегай на улицу и беги налево. Налево, бежим. Сейчас знаешь, что мы делаем? Мы делаем small stash, и я пока их отвлекал, мы можем теперь попрятать лут, потому что, я думаю, тот домик тоже вынесут. Все, просто отойди. И все, не смотри туда. Отойди. Ты когда смотришь, они появляются. Отойди. Я вижу, куда они убегают. Я, походу, знаю, где у них база. Да, вон их база. Этот ролик подошел к концу, но это не конец истории с этого сервера. Ну и как только мы наберем 12к лайкосов, я дропну продолжение. И да, теперь у нас есть группа в ВК, где мы проводим розыгрыши и постим различные мемасики. Вступай, мы тебя ждем. Всем пока.